Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, глава Маасей завершает нашу книгу. Это глава подведения итогов, такое завершение вообще книги Бемидбар. И в значительной степени мы с вами закончили Тору. Да? Пятая книга Дворим – это заключительная речь Моше Рабейну, сказанная последние 36 дней жизни. Она как бы повторяет все, это книга повторения. Да? Путь, который уже прошли со Всевышним в этом году по пустыне, именно в этой главе все. В жизни есть главное, да? Мы не всегда это понимаем, написали мудрецы. Есть мы часто, знаете, участвуем в каких-то там скандалах, распрях, в каких-то сложностях. А на самом деле проблема-то вот в том самом храме, который отсутствует. Знаете, когда муж и жена решили отдохнуть на природе, провести несколько дней у озера, установили палатку, наловили рыбки, поджарили, пошли спать. 3 часа ночи, проснулись. Жена говорит, целое чистое, красивое небо, там сотни звезд. Муж говорит, да ты что, какие сотни? 1000 звезд. Это же они начинают ругаться, потом, подожди. Палатку украли, а как же иначе мы звезды видели? Вот так написали мудрецы в нашей жизни. Украли, разрушили наш храм, а мы ругаемся, ссоримся из-за всякой ерунды. Поэтому пока храм не восстановлен, написано, человек вообще не должен, у него нет других проблем. Да, нам это не видно, непонятно, но так оно и есть. Говорят к толкованию, к нашей недельной главе мудрецы, что вот эти вот скитания, в жизни нет такого, знаете, прямого пути. Ни одного человека на земле не будет. И это крайне важно, чтобы мы это понимали, когда что-то, жизнь нас куда-то поворачивает, что-то происходит. Так запланировано, не надо думать, что это только у меня или только вот так вот. Это всегда так. Жизненный путь человека, написали в колокование к этой недельной главе, никогда не будет прямым. И об этом говорят нам про стоянки, поэтому рассказывают. Впереди всегда неопределенность, направления отдельных стоянок нам никогда не известны. Надо к этому быть готовым. Надо понимать, что так устроен мир, и безвыходных ситуаций не бывает. В безвыходных ситуациях, сложных, как нам кажется, да? Всегда говорили какие замечательные слова. «Гамзел и товар, и это к лучшему. Барух Хашем, все будет хорошо». Именно эти слова, показатель абсолютного доверия к Богу, они вот спасали людей, снимали обвинения на небесах. Каббала говорит, что когда человек так размышляет или говорит, да, спасаются люди, спасаются страны, приходит большое спасение. И мы живем с вами в такое время, когда верить тяжело, да, сложно. Это время большого сокрытия лица, это время, когда вокруг царит безверие и цинизм. Это открыто, так написали мудрецы, никто не прячется ни зачем. Это значит, что именно в наше время даже вот такая маленькая вера ценится больше, чем в другие времена, целый ВОЗ. Ну, замечательно, значит, она пользуется этим временем, что можно было потом сказать, что услышал я услышал вот в таком шуме этого тема, я услышал. Когда все слышат, знаете, тут важно слышать правильно, как Майсу это рассказывает, девочка привела мама девочку в больницу, девочка шумит, там не хочет бахилы одевать, ну, мешает всем, в это время проходящий доктор подходит, говорит, так, красавица, прекратила шуметь и быстро одела бахилы. И ушел. Мама говорит, девочке, ну что, слышала? Она говорит, слышала. Что ты слышала? Что я красавица. Каждый человек слышит, что он хочет, поэтому надо правильно понимать. Еще одно. В каждом человеке, как бы это, есть что-то такое, специально заложенное в нем, мы называем это доброе, ну вообще это стержень такой. И, ну, пусть даже маленькое какое-то, неважно. Тем не менее, именно это преобразовывает человека, может. Да? И у каждого человека есть сила перевернуть себя. В каждом из нас есть какое-то добро, которое поможет нам одержать победу, если мы преодолеть препятствия, если мы все-таки немножко будем его взращивать в себе. Так побеждают в этом мире. Написали мудрецы, если упал, даже на самое дно, не имеет права отказываться от движения вперед, и чтобы победить отчаяние. Он чувствует себя как в аду, он говорит, ну так Бог и в аду. Давид сказал бы там, даже проходя ущелье во тьме смертной, не убыть беды, так как ты со мной. Надо, как сказал товарищ один, забыл фамилию его, по-моему, Арье Кармель. Если мы живы, значит, Бог считает, что наше существование имеет смысл. Поэтому это уже повод для того, чтобы радоваться. Бог, сам Бог считает, что я существую не зря. Браха ва-цлаха.